Всем привет, ребят! Ну что, многие из вас, я смотрю, еще до сих пор топят за русский сервер и там бомбят, что вот английский чисто для доната, там все для доната. Я сейчас вам покажу одну из, ну, возможно, из серии видосиков, которые я запланировал по поводу того, где же лучше все-таки играть для без доната, именно без доната. Для тех, кто любит копить самоцветы, там хотя бы 10, 20 тысяч, 40 тысяч, это не есть проблема, ребята копят и побольше. То есть именно видосик для тех, кто не знает, где лучше начать и где больше будет плюх. Давайте начнем с русского сервера, так, чтобы самое вкусное оставить на потом. Поехали. У нас сегодня есть две акции, два пирата. Один пират на русском сервере, один пират на английском. По сути, копить самоцветы что там, что там. Для доната дешевле будет в два раза на русском купить, чем на английском сервере. Но поехали, смотрим пирата. И хрустальный я не трогаю, хрустальный там то же самое, аналогично. Смотрим просто на пирата. Что на русском сервере? Один мешок. Третья карта, сундук Prime Emblem и дополнительно у нас такие вот плюхи. Ни героев, я не вижу ни одного героя, я вижу только одну карту. Больше ниоткуда вы здесь героев не получите. В общем, такие плюхи. Вот у нас 35к есть. Давайте бесплатно сейчас и попробуем по максимуму собрать и посмотреть на то, что у нас получится. Вот, добыча пирата перейти. Ну, копить эти самоцветы где-то месяца два назад надо, где-то так плюс-минус. Вот сейчас мы будем собирать и плюс-минус там, если есть любители посчитать, можете написать, сколько чего потом выпало на русском сервере, сколько чего выпало на английском, для статистики, чтобы люди просто понимали, что такое русский сервер, что такое нормальный другой сервер, где можно играть в удовольствие. Вот 5 раз мы заролили, в итоге у нас получилось 1500 кулаков, 1500 кулаков за 6000 самоцветов. Это все равно очень круто. Ну и такие вот расходники, ну, с которых там можно заметить, что неплохо, это вот ЗПшки, камешки, 3 камешка, то есть такое. Поехали дальше. Можем даже, давайте не так сделаем, давайте будем просто тупо сравнивать 6000 там и 6000 там, так будет более наглядно для вас. То есть, чтобы вы понимали, где лучше. В плане без доната, потому что можно накопить там эти 6000 самоцветов. Вот английский сервер у нас. Вот такой вот пират. Сразу же, что вам в глаза падает? 3 мешка, не 2, 3. 9 эти, 8 мешки, 4 сундуки. И вот посмотрите, какие плюхи. Асура, заклинательница. Каждый там месяц меняют они 2 героя. Третья карта та же самая есть. Расходники, посмотрите, сколько расходников. А теперь смотрите, нажимаем 1200. Первый заход наш. Сразу же падает 3 заклинательницы, 1500 самоцветов и карта. Дальше. Следующая тычка. 1500. 2 сумки. 3000. Так, это какой там у нас четвертый и пятый. Вроде как-то так. Или 4 раза мы нажали. В общем, сути по сути не меняет. Вот. Забрать. Вот 6000 самов, что вы имеете. 12000 кулаков, ребят. 12000, это не в 2, не в 3, не в 5 раз больше. Это в 10 раз практически больше. 4 заклинательницы. Это уже можно сделать нормальную эволюцию, нормально прокачать. Плюс карта уже у вас есть. И плюс посмотрите, какие расходники. Топовые начары, сундуки. То есть можно четверки, пятерки тащить. Третьи мешки. Четвертые мешки.
с которых можно получить топовые эмблемки, собрать осколками какого-то героя. Сейчас мы зайдем, третий, четвертый глянем. И четвертый эти. То есть разницу, я думаю, уже тут слепому видно. Это можно все сделать. Вот третье, например, вы отсюда можете собрать командуру, скины из ворот получить. Опять же, ту же самую девятую эмблему, которую так сложно получить. Ну, девятую руну на прокачку. И вот четвертое, где вы можете тоже получить топовые эмблемы, ну, эмблемки и топовые талантики. Вот так вот. Поехали опять на русский сервер. Будем бегать сейчас туда-сюда. Ну, просто посмотрим наглядно уже разницу. Почему русский сервер реально говнище? И многие спрашивают, почему, почему я забросил. Да вот чисто из-за этого. Не чисто из-за этой акции. А вот чисто из-за того, что там намного интереснее играть. В плане даже не доната, в плане того, что я больше смогу сделать. Намного больше. То есть там аккаунт в разы круче, чем здесь. Так, это что у нас третий раз? Да, здесь много всего падает. Вроде казалось бы, о, блин, как много плюх падает. На пол экрана прям падает. Сколько оно там, 5 или 6 тычек. Вот, забираем. Заходим сюда. Забрали. Что мы имеем в итоге? 2К кулаков. Ребят, 2К кулаков. 3 КГшек, там копейки, ну, то есть и карты смены, то есть не сундуки смены чар, а карты смены. Побежали на английский сервер, забиваем там. То есть вот такие вот акции подобные для бездоната самые топовые, даже для доната они топовые. И смотря на эту разницу, даже смотря на донат, что тут дороже в два раза, но тут падает не в два раза больше, а тут падает в 4 раза больше. И куча топовых плюх. Вот посмотрите, сколько нам упало кряшек. Вот что это такое? 12к, да? Вот просто на ровном месте. Сколько нам слизней упало? По 90. О чем говорить? Опять заклинательница. Восьмая эмблема, пожалуйста. Не вторая, не пятая, не шестая, а восьмая сразу же. То есть вот чисто из-за этого как бы многие переходят, и не зря переходят на этот сервер. Там многие пишут, вот там английский язык. Да пофиг, что тут английский язык. Та же самая игра, что и на русском, можно и там играть, разбираться прекрасно. Ну вот посмотрите, 40к кгшек мы получили за 6к, 40к кгшек, где вы на русском сервере столько получите за 6к самоцветов. 9к кулаков, там мы получили 2, тут мы получили 9, там в 3,5 раза больше, да, пусть будет так, в 4 раза больше, 4,5. 2 карты, 8 эмблема, опять же, 15 смен, сколько расходников разных. Поехали, третий заходик на русский сервер. Просто уже, чтобы Бог любит троицу, чтобы уже наверняка раздолбить этот русский сервер. Да, можно на русском играть хардкор трэш, не спорю. Но вопрос, хардкор трэш с кем? С такими же, как и вы. Если можно, вот люди нормально играют на английском сервере, куча без донатов, и все довольны, имеют топовые герои, имеют топовые прокачки. Есть немецкий сервер, есть китайский, тайванский, то есть куча разных серверов, где реально без донатов нормально играть. Потому что большинство, кто играет в эту игру, это без донаты. Там многие пишут, вот донат, донат. Да, те, кто разбираются, шарят, они не сидят на русском сервере, даже бросают свои аккаунты по 300, по 400 тысяч, потому что это бессмысленно. Бывает столько времени и нифига не получает. Тем более все обесценивается. Если бы это был хардкорный, то есть стабильные цены, всегда все стабильно, да, не вопрос, тогда бы было интересно на этом сервере играться, чего-то добиваться. Да так все так же дешевее, но все равно диспропорция. Вот 12 получили мы, 2500, третий заходик, но это просто вау. И второй мешок, и 3 карты смены. Это то, что такое самое топовое. Идем обратно на английский сервер. Да.
Поехали. Может, Асуру и вытащим. Повезет. Ну, два Асуры, ребят. Сразу же два Асуры. 3000 кулаков мы одним кликом просто перебили там 6 касамов. Нафиг. Третье. Пятое, ребят. Пятое сундуки. О чем говорить? Да, кулаков нам не упало. Но нам с первой попытки упало больше кулаков, чем там за 5. Вот еще. У сумок что там не упало. То есть по сумкам реально топовая это китайка. Китайка и немка там тоже падают, но на китайке, мне кажется, больше падает. Надо будет еще китайский пират посмотреть. Ну вот, допустим, мы забрали плюхи. Этот заходит. Итого, кулаков мы получили в 2 раза больше, пусть будет. Получили 2 асуры, 18 карт смены. Это там умножьте на 3-5-400 самоцветов, если так. Либо можно нормальные талантики. 6, ребят, 6 карт третьих. Не одна, не две, а целых 6. 4 сундука, 9 смен. Ну, в общем, вы сами все прекрасно видите. В итоге, вот даже если забежать, сейчас посмотрим, какие у меня там плюхи есть. Сильно, вот 4 сундучка, да, открываем. А что я имею? Я имею еще плюс 5 коробок чар, плюс 5 коробок таланта и плюс 2 руны, которые реально без доната очень нужны. Просто налегке. Там 18 тысяч самов, да, мы потратили, там копили. Так, это у нас еще 6. А что у меня 6? Что тут 6 разве дают? Ну-ка, секунду. Может, это я туплю уже. Мне 8 дают. Это у меня с другой какой-то акции. В общем, о чем говорить? Что у нас там еще падало? Во-вторых. С такого, чтобы наглядно. Вот третье, допустим, открыли. Вуаля, еще плюс. То есть это все реально того стоит. Вот там уже дальше смысла нету открывать, потому что там такой рандомчик. 6 там карт, да, допустим, откроем там пару карт. Посмотрим, что упадет. Та же самая заклинательница упала. Рибит. Еще раз рибит. Афинка, почему бы и нет? Еще заклинательница. Бигфутик. Ну, то есть там вариантов тоже достать топового героя. Можно и ту же самую Фрейю вытащить, и ПБшку вытащить. Вот, и потратили мы всего по 3 попытки. 3 попытки там и 3 попытки здесь. И разница, даже если брать на донат, пересчитывать, донат в 2 раза дороже, но падает в 3-4 раза больше. То есть даже для доната здесь выгоднее тратить ресурсы, чем на русском сервере, в 2 раза дешевле, но ресурсов вы все равно не получите толковых. Вот так вот. Такое вот сравнение. Лепите лайк, репост, все как всегда, подписка, колокольчики. Ждите новых видосиков, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.